Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я хотел вам представить новую модель нашей линейки от фирмы Didal. Называется он TA2380 Hunter LRF. Он с интегрированным лазерным дальномером. Лазерный дальномер обеспечивает работу до 600 метров. Вся информация с лазерного дальномера выводится на дисплей самого прибора, то есть они работают совместно, не надо ничего настраивать. Работа обеспечивается нажатием один раз кнопкой, нажимаем, направляем на объект, расстояние до которого мы хотим измерить, и вся информация появляется здесь на дисплее этого прибора. Также этот прибор имеет баллистический калькулятор. Вся информация будет введена автоматически в этот прибор. Также этот прибор имеет возможность подключения внешнего источника питания. Обеспечит он до 10 часов беспрерывной работы. Батарейки, на которых работает прибор CR123, обеспечивают в течение 4 часов беспрерывной работы. То с этим внешним источником питания человек может еще на 10 часов продлить время работы с этого прибора. Модуль какой установлен здесь? Модуль установлен здесь от фирмы Улис, разрешение 384 пикселя, шаг пикселя 17 микрометров и частота обновления экрана 50 Гц. То есть это вполне достаточно для получения комфортной картинки и для комфортной охоты. 7 различных режимов цветных имеет этот прибор. То есть мы меняем эти режимы. Вот есть кнопочка меню с такой пипочкой. Можно коротким нажатием нажать, и мы меняем сразу цветовую палитру. Есть также возможность цифрового увеличения двукратного, четырехкратного или восьмикратного. Прибор крепится, устанавливается наружу с помощью такой шины. Все, здесь гуми есть у нас. И здесь возможность подстройки под свое зрение, то есть настройка под свой глаз. Этот прибор будет неоценимым помощником для вашей хорошей охоты. Хотим представить вам новинку этого года. Это бинокуляр тепловизионный трекер T2380. Он имеет матрицу разрешением 382 на 288, 17-микронный пиксель. Увеличение 3-4 крата. По своим функционалам очень близкие к прибору Hunter. И поэтому, так скажем, они имеют примерно одинаковую цену. Очень легкий прибор на вес. На приборе есть планочка для монтажа, допустим, дальномера, который позволит вам замерять дальность для любых объектов. В приборе имеется для этого специальная дальномерная сетка, которая выполняет эту функцию. Также в приборе есть различные цветовые схемы, режимы тепловизора, они несколько штук, и различные другие функции. То есть, в принципе, очень удобный прибор. Так как он имеет два окуляра, вы можете наблюдать в него двумя глазами, комфортно регулировать расстояние между глаз, диоптрии каждого глаза. Тем самым вы будете иметь комфортное наблюдение прибор. Потому что в ночное время или в сумеречное время у вас яркость из прибора действует не на один глаз, а на два глаза. И комфортная картинка получается для вас при наблюдении.